Это как раз случилось напротив этого взрыва. Ну, это кошмар. Ну, где-то полтора ночи я проснулась от волны такой, как будто какая-то волна прошла. Я прямо подбросила. И я услышала, ну, какие-то вспышки, вот это вот. Потом били стекла. На третьем этаже убила мужчину, вся квартира в крови. Весь подъезд у нас в крови. Ну, а что я еще хочу? Больно, конечно, и на душе, и... А что? Ну, плачу, переживаю. А что я зроблю? Ничего. Мы же сами не можем, мы старики.